Тем временем в Южной Корее официально открыли олимпийские деревни. Здесь сегодня подняли флаги всех стран, которые примут участие в зимней олимпиаде. Ожидается, что в течение этого дня сюда заедут около 500 спортсменов из 22 стран, в том числе США, Японии и Канады. Одна из олимпийских деревень расположена в горном кластере. Тут будут жить атлеты, которые принимают участие в таких видах спорта, как горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноуборд. Вторая деревня, которая находится на побережье, примет фигуристов, хоккеистов и других спортсменов, которым предстоит участвовать в соревнованиях на ледовых аренах. На территории этих комплексов расположены не только жилые помещения, но и магазины, банки, почтовые пункты, химчистки, цветочные магазины и даже салоны красоты. Здесь же находятся столовые и рестораны, которые предлагают гостям попробовать не только местную корейскую кухню, но и традиционные интернациональные блюда. В некоторых ресторанах создали меню для вегетарианцев. В обеих олимпийских деревнях разместятся в общей сложности около 7 тысяч человек.